Замурчательная новость для нижегородцев. В городе появилось уникальное кото-место, где все желающие могут пройти кототерапию. Организовала скорую пушистую помощь Федерация кошек Нижнего Новгорода. Няшность в этом здании зашкаливает. Куда ни глянь, одни усатые и не только полосатые, а еще белые и пушистые, рыжие и бесстыжие, темные и коварные, но неизменно шикарные. Побывав среди этой компании, задаешься вопросом, а проблемы – это вообще что? Кото-место, так называется этот необычный дом, появился в торговом центре «Шоколад». В него съехались котики со всего света – бенгалы, мейн-куны, бобтейлы и прочие тейлы, чтобы восхитить нижегородцев своей красотой и беззаботностью, ведь дела делами, а кототерапию никто не отменял. Каждого гостя в своем доме встречает вся кошачья семья. И, само собой, по доброте душевной. Угощение тут совсем ни при чем. Хотя характер у пушистиков разный. Кто-то гипнотизирует гостя, чтобы погладил, а кто-то и оплеуху может отвесить, если что не так. Это абиссинская кошка, это древнейшая порода Египта, их еще называют кошки фараонов. Раньше якобы возили души из мира живых для мертвых. Уйти из этого дома без положительных эмоций невозможно. Расстраивает гостей разве что одно. Забрать усатого к себе не получится даже за деньги. Выставка только ознакомительная. У нас только знакомство и общение. Приобретение мы подсказываем, советуем, у кого стоит брать, у кого не стоит брать. Получить сеанс кототерапии нижегородцы смогут еще в течение 2 недель. Выставка продлится до октября. Затем котики уедут. В других городах у них еще немало пациентов.